Северный полюс. Федеральная часть нашего выпуска завершена, но впереди еще 15 минут самых близких вам местных новостей. Коллеги уже готовы начать свой эфир, это видно по нашему любопытному, но, в общем-то, техническому ракурсу. Так готовятся к эфиру разные регионы. Особый акцент сегодня мы сделаем на ГТРК «Брянск». Эфир там ведет Наталья Львова. Спасибо, Наталья. Отпустим вас готовиться к эфиру, но оставшуюся минуту до региональной части используем для того, чтобы включить ГТРК Вологда. Марина Романова уже в студии. Марина, здравствуйте. О чем сегодня расскажете? Похоже, у нас какие-то возникли проблемы. Свяжемся с Мариной в следующий раз. Пожелаем всем коллегам хорошего эфира. Жителям Москвы и Подмосковья увидимся через несколько секунд.